Как вы можете помогать, чтобы сюда привести большие соревнования? И планы на Утепе у нас существуют с точки зрения развития этого места, которое, на мой взгляд, начинает каждый год соответствовать более высокому уровню соревнований. Но касаемо биатлона, инвестируют многие страны, в том числе Россия, в том числе Германия, значит, страны там Словакия, Словения, Чехословакия, очень много инвестиций в биатлонные стадионы. То есть конкуренция на этом рынке в Европе очень велика. То есть IBU рассматривает уже соревнования уже там не на 3, на 5, а уже и дальше лет. ФИС не дал, значит, соревнования ОТП, но я думаю, это несколько временная мера, потому что качество, еще раз скажу, самого вот спортивной составляющей вот очень высокая. Я думаю, что необходимо больше брать на себя ответственность, привлекать соревнования высокого уровня, начать с летом, ну, то есть какие-то летние соревнования по биатлону, значит, организовать для того, чтобы наработать. IBU очень серьезно смотрит, требования предъявляет серьезные коркомитетам. Надо, скорее всего, более активно работать с привлечением сюда. Сначала таких соревнований, которые как бы, ну, должны говорить о том, что да, здесь оргкомитет работает и готовы принять уже высокий уровень. Кубок IBU — это очень приличное соревнование, давайте. Но и мое мнение, ОТП может принять и более высокий уровень.